Убийца сестры Ирины Ноздровской может выйти по амнистии. Об этом в своем блоге написал нардеп Мустафа Найем. По его данным, обвинительный акт прокуроры выписали так, что он позволяет адвокатам Росошанского трактовать закон в свою пользу. Напомню, 2 года назад племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Росошанский, находясь под действием наркотиков, сбил насмерть 26-летнюю сестру погибшей правозащитницы. Делом занималась сама Ноздровская. После 2 лет разбирательств суд приговорил Росошанского к 7 годам тюрьмы. Однако защита подала апелляцию. В итоге суд продлил меру пресечения еще на 2 месяца, после чего тело Ирины Ноздровской нашли в одной из рек в Киевской области.